Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот вафельный тортик. Покупала его в Светофоре. Так, у нас здесь азбука вкуса, классический вкуснель шоколадом. Так. И давайте посмотрим состав. Что же у нас там такое написано? Кому интересно, вы можете нажать стоп и прочитать. Так, здесь у нас 270 грамм, и я вижу довольно большой состав, довольно большой. Даже есть одна Е-добавка и куча всякой-всякой там фигни, как всегда, в принципе. Так, и давайте его откроем и посмотрим, что же у нас там внутри такое. Что лежит тут? Так, он хорошо, смотрите, упакован так. Интересненько. Не перевернул я его. А, даже, смотрите, с этой стороны немножечко не доложили шоколада. Как-то это... Как он открывается? Интересная упаковка. Здесь, главное, дырка. Как-то так это... Ну, как-то, знаете... Хотя, конечно, упаковано здесь довольно было хорошо. Я даже упаковку чуть не порвала. Но, блин, так упаковать, конечно, это надо знать о упаковках абсолютно все. В кавычках. Как-то просто вот она, вторая часть сложена, и все. Здесь вот так вот закреплено, а посередине вот она дырка, вот он торт. Блин, даже здесь нету специальной штучки, на которой должна лежать эта большой торт. Блин, на что я должна его класть? На огромную тарелку? Так, ну я пошла за тарелкой большой тогда. Знаете, это вот, знаете, покупаете вы, допустим, торт большой, круглый торт, да, с кремом, и... Приносите домой, и тут вы понимаете, что он лежит не в коробочке, а в мешке. Вы открываете этот мешок и понимаете, что вы не можете переложить этот торт с кремом, который у вас уже немножко там помялся. Вот точно такое же ощущение на данный момент у меня. Упаковка ни туда ни сюда и занимает всю тарелку. Хорошо, у меня есть большая тарелка. Так, ну сверху она такая, да, вафельная вся такая. Интересно даже уже, что же там внутри. Кстати, он довольно ароматно пахнет, прям чувствуется такой аромат вафельного тортика шоколадом, такой прям ароматный. Так, давайте его разрежем. Что же у нас там внутри-то? Так. Ну, конечно, шоколад прям очень тает быстро. Хотя, конечно, у меня дома не жарище. Еще даже не лето. Но он тает. И, конечно же, на вид он отличается. Опа. Еще разочек попробуем отрежем. Ну, конечно, он отличается
от того, что нарисовано на коробке. А, слушайте, я поняла. Смотрите, на коробке нарисовано шоколад, то есть вафелька и шоколад темный, такой же, как и вверху. Здесь получается, смотрите, вверху шоколад, а здесь внутри вообще совершенно что-то другое. Они отличаются. Здесь на упаковке вам сказано, что внутри него тоже есть такой же шоколад, как и на макушке торта. А на деле выясняется то, что сверху у вас шоколад, а вот тут внутри даже вот он, в принципе, развалился. Я не знаю, даже это даже не молочный шоколад. Молочный шоколад, он темнее гораздо. Даже молочный шоколад темнее. Я не знаю, даже что-то так тут-то находится у нас с вами. Ну, давайте попробуем. И потом еще и отдельно попробуем вот это вот, что находится посередине ее. Какое-то там подобие чего-то. Но пахнет он, в принципе, таким шоколадом. Ну, да, шоколадом, но скорее вафлей какой-нибудь. Ладно. Не буду вас долго мучить, давайте пробуем. На вкус довольно вкусный, ароматный такой, дешевый вафельный тортик. Такой довольно вкусный, мягенький, кстати, не приторно сладкий. Но внутри, конечно, какое-то подобие действительно шоколада, даже не шоколад, я не знаю, какое-то как кофе с молоком подобие. Что-то такое. Но, в принципе, такой вкусный, чувствуется, что он дешевый. Ну, такой. Просто там, не знаю, если вам, допустим, срочно захотелось неожиданно вафельного тортика, но у вас нет денег, то, в принципе, чтобы утолить свою жажду, если вы их не едите так часто, то можно купить. Если, не знаю, только такой вариант, если, допустим, вы идете в гости и купить такой, ну, в принципе, он выглядит так вот нормально, средненько, какой-нибудь бабушке или кому-нибудь подарить можно. Она даже, возможно, не заметит, что этот шоколад должен быть внутри. То есть у производителя это огромнейшая ошибка. То, что нарисовано здесь внутри шоколад, а в реале здесь совершенно другое, непонятно, что внутри. Ну, согласитесь, даже контрастность видно. Здесь вот полосы темные, и тут их не видно темных. Я вам сейчас даже покажу поближе. Вот она сфокусировалась, и у вас видно что-то, какое-то прям подобие такое кошмарное, непонятное. И также здесь, вот оно само, что-то непонятное. Оно даже, эта вафелька, она даже неровная здесь. Ну, блин, она даже неровная. Вы скажете, типа, ты так отрезала, сама виновата, но тут тоже вот видно. Причем это вот второй кусочек я отрезала. Не зря я его второй раз отрезала, потому что я вижу, что здесь что-то не так. Так, давайте попробуем вторую. Второй раз эту вторую половиночку. Сейчас, может быть, я что-то еще, какой-нибудь вкус почувствую. Может быть, мне еще и понравится еще больше. У нас с вами уже традиция пробовать дважды. Но он прям, этот шоколад очень прям прилипает, остается на руках. Это, наверное, говорит все о том, что здесь очень дешевый шоколад, потому что в дорогих шоколадках не все прилипают. Здесь больше как не шоколад даже остается на пальцах, а как жир какой-то. А в дорогих шоколадках как-то шоколад остается на пальцах. Ладно, пробуем. Ну да, такой, знаете, дешевый тортик. Дешевенький такой, причем конкретно. Дешевенький я ему дала, наверное, даже рублей 30 цену, не больше. Ну, подарить можно там, если ребенку, который еще немного в жизни попробовал, или человеку, который тоже так, ну, любит такие недорогие продукты.
из всяких таких магазинчиков непонятных. Давайте с вами попробуем эту штучку. Сейчас я попробую ножом счистить. Она, кстати, довольно ее много. Не тонкий слой здесь. Но это явно не шоколад. Не знаю. Давайте попробуем, что же это такое у нас. Непонятное. Немножечко сладенькая она. А под зубами немножко что-то хрустит. Чуть-чуть совсем. Как такое, знаете, сахар мелкого помола. До конца не растворившийся. А что это на вкус? Блин, я даже не знаю, честно. Реально, я не знаю, что это. А как будто вы съели, но не знаете, что. Как, знаете, вот съедаете с закрытыми глазами, вам дают. Открой, ну, как в детстве было, закрой глаза, открой рот. А потом ты угадываешь, а что ты съела. Вот точно так же здесь. Ты понимаешь, где она лежит. Но, блин, я не знаю, просто какая-то начинка, которая находится посередине торта. Молочно-шоколадного цвета. Не знаю, честно. Я не знаю, что я съела. Короче, вот такой обзор у нас с вами получается. И, блин, хорошо, что я не купила такой второй тортик. Потому что иногда периодически очень хочется съесть вафельные тортики. Но 100% я больше не куплю этот торт. Не знаю, ну, в принципе, он так ничего, если там прям срочно хочется такой тортик поесть, то, в принципе, можно купить. Но есть торты гораздо вкуснее. Например, в Победе продаются торты, они вкусные, они просто безумно вкусные, обалденные. Вот там да. Там, ну, блин, реально вкусно. Здесь, ну... Так вот, просто вот чисто, знаете, тортик такого среднего качества. Хотя даже, честно говоря, если вот сравнить вкус и состав, мне кажется, что здесь состав еще не хватает чего-нибудь. Потому что мне кажется, как будто у этого торта состав должен быть там вообще прям вот такой вот огромный. Хотя он вот здесь вот там сколько-то строчек занимает. Как бы и все. Вот. Ну, химия, она и есть химия. Ну, такой тортик среднего качества, ну, короче, как-то так. У нас получился с вами обзор такой. Надеюсь, что вам обзор этот что-то дал. Может быть, вы уже пробовали этот торт. Напишите свои комментарии, отзывы. Также на сегодня это все. Смотрите другие обзоры с магазинов Фикс Прайс, Победа, Светофор, из обычных магазинов. На тортики смотрите, на вкусняшки разные, шоколадки. А также обзоры на технику, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Моему сыночку 2 года и 9 месяцев. Как мы занимаемся с ним, как он у меня развивается. А также кулинария, живопись и очень-очень много всего интересного на моем канале. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!